Чё? Что? Слушай, Таныч, по ходу сразу понял, что сменить. Ты выбрал какого-нибудь персонажа? Идеальный персонаж. В том, что ты на крылатом костюме, по сути, можешь всю карту пролететь. А сейчас мы можем... Давай, видно, как раз. Прыгай, нажимай F. Лети тупо вниз, вертикально. У тебя справа скорость. Где-то 70 набирай и тупо в горизонт уходи, и теперь можешь лететь на метку. И так можно пролететь бесконечно далеко. Ой. Да. Здесь мне тоже чувак, здрасте. О, что вы тут... Ты можешь его кулаками, по сути, забить. О, ящик, ты его заюзать можешь. Выпустите меня. Что мне делать? Ага, оружие, отлично. Два оружия можешь также с собой нести. Первый и второй слот. Внимание! Это у тебя ППшка, она просто, ну, стреляет за живым. Я не хотел. Как мне оружие? Все, понял. Один-два. Ясно. Боль, да? Ты его с дробовика можешь снять с такого расстояния. Я тебе говорю, бери дробовик. На В бить. Крыша ходит, вижу его. Я не знаю, есть ли здесь падение у ракеты с расстоянием. У пули есть. Причем очень жестко. Они здесь летят просто по параболе очень такой жесткой. Чуть ли не навесом стрелять нужно. Топор, который у тебя на кнопку снаряжения, он ваншотит. Это кидаю метательный топор. Да, я понял. Ох ты, блин, профессионал ты такой. Шайтан, можно полегче? Сейчас сзади кто-нибудь зайдет. Внимание, ожидается смещение границ. Смотри, лестница. Там вот на той крыше кто-то должен быть еще. Вон бегут уже. Ну... Он тебе так, и так слышит, что ты бегаешь. По идее, да. Так, что у тебя тут? Что за врач? Как мне тебя заявить? Не знаю. Перк, чемоданчик. Внимание всем. Да. Левую кнопку мыши просто нажми, он у тебя некоторое время займет, чтобы заюзать. Тихо. Слева, слева, слева. Металлу звук был. Сверху. Он же залез, на втором, что ли? На втором этаже нет. Не на крыше, а вот надо, вот да. А, вот тут он, я понял. Бей, бей, бей на В, бей на В. Хера ты шустрый. Что, похилиться решил? Не, погоди. Давай. Давай на топорик. Ты этого убил полностью или нет? Красава! Господи, остановите эту машину кто-нибудь! Он перед тобой пробежал. В окне, да-да-да, там, правильно. Вон, второй бежит. Вижу. Он слева забрался кошкой на крышу у тебя. Он, да-да-да, он там, видишь, окно разбито? Там? Да-да-да, да. Блин. Здесь крюк кошка есть. Противника. Операция прервана. Третье место. Он туда влетел и... Не могу сесть. О! Когда катаешься, все потерял. Иди сюда. Блин, надо еще куда-то нажать, специально навести, чтобы сесть. Ёшкин кот. Да, на F нажать. Нет, тебе буду навестись прям. Ёшкин кот. Он прям вижу, там летит. О, там трассеры, да. Один ног. Хрена, чем он выстрелил? Это я там снайперку нашел. Он вообще жесткий.
Да ты посмотри, как он выглядит, ну, по-моему, больше, чем человек. Слева уже лутают его моего, вы что там охренели? Или резают, резают, наверное. По ним стреляли справа что-то. Я вижу. Нок. Забрал. Пришел он еще туда. Один да, да, да. Налево ушел. У вас справа ну, были типы, аккуратно будьте. Я справа вот осматриваюсь. Квадрик ездит на... Да, есть, есть типы. Они, по-моему, не стреляли. У квадрика за домом, в смысле? Да. А, за левым домом. В да, левом доме. Вижу. Двое. Нок один. А, нет, там просто тяжелое ранение. Тоже так же отображается. А, да? Кажется, да. Чей квадрик завелся? Не наш. Рядом ездит. Они в доме сидят. Он вышел с квадрика. Слева, за, дома, из дома вышел. Слушай, там, он за этим, за левым, да-да-да, правильно. Оп, справа по мне летит. Где у тебя за дом? Внутри, прямо у тебя в упор за стеной. Понял. Готов. Хорошо. Ребят, вот дома по мне стреляют! Бегу. Да все, хана. Да господи, ну зачем ты делаешь? Возле какого дома-то? Вот здесь, Шайтан, на 90 передо мной. Через дорогу! Ага. Чувак, убил, по мне стреляет сразу. Хорошо. Я его убил, резаю не. Все, этот умер сразу, чисто. Через дорогу, да, инкод, от нас 150. Бежит, там камень белый. Понял. Какая тут баллистика, непонятно. Нужна аптечка. Белый камень посреди леса. Вон да, я понял, я вижу, вижу. Внимание всем, доставлен ящик снабжения. Блин, не вижу его. Да что ты будешь делать? Тяжелое ранение. Ну я его убил. Угу. Но так, он значит не один был. Патроны. На зону уже едет, ребят. Квадрики у них тут есть, я не знаю, у меня патронов вообще нет ни на что. Мне вот похерится как-то, я не понимаю как. Здесь куча жмуров. На X у тебя кнопка написана, угу, на которую у тебя хил. Да, слева у тебя кнопка, это хил, который отображает. Как сесть? Не садись. Он на, нет, на нажимай, сел, нажимай. Сел, поехали. Нет. Хотя... Слушай, по нам стреляет! Гони. У меня здесь, у меня противник. Съезжай в зону, чтобы ты не померла. Все, тут давай, останавливайся. Я вот дома хочу. У меня здесь противник, ребят. Да, я бегу к тебе. Охерись. Отходи в нашу сторону. Отошел. Ожидается новое смещение. Следуйте в указанную зону. За деревом большим двое. Нок. Второй там же. Грену сюда какую-то кинул. Вижу его. Он там же, за дорогу. Да, дом. За домом оба. Так, еще за деревом, их трое там. За домом еще один. Снял броню, которая за деревом. Он там закидывает молотов сюда. Двоих снял. За деревом остался. Хились. За домом ушел. Попал один раз. За домом. Ой, еще за хрень меня кусает. Убил? Одного, да. Минус. Отлично. Ух! Где патроны? Хорошо. Меня пугает. Сзади, ребят, кто-то бегает. Ты почему по мне? За домом. У дома. Слева цистерны один и да, прям да. За цистерной. Ожидается смещение границ. Сверху следуйте еще в безопасную сверху зону. Шайтан у дома. Сверху где? А, понял, да, понял, где понял. Пришли? Меня кто-то сзади убил. Попал ему в голову со снайперки, он жив. У нас сзади рядом. Я нокнут. Да, у нас сзади. Со 105 инкод. За тем же домиком все еще. Успеешь, честно, давай. Он за домиком, за маленьким, слева от Ани. Вышел. С двух сторон шайтан. Да, я понял. О, там же, перед тобой сейчас, за стеной. Угу.
за углом тут стоит у нас. Принимайте ящик снабжения. Нок. Ну, идет он. Вижу, вижу, вижу. У меня осталось 13 патронов там. В воде упал. Так, надо быстро. Ты убил правого или левого, или всех убило? Нет, вот тут у меня, который был, я его убил. Дайте мне хоть какие-то патроны. Ой, есть 200 штук, нормально. За домиком хилится, по-любому сидит. Слева, на втором этаже дома. Уже другой, наверное. А, не, он просто залез в окно. Ну я бы свалил просто отсюда. Слева вылез, шайтан! Блин! За домом у меня. Зона подходит. Бежит, бежит, сразу бежит, 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 бежит. Я хотя бы стрел там аптечек успел стало. 31 кп. Сейчас... Есть что-нибудь? Да, сейчас, сейчас, сейчас скину. Сейчас скину. Давай в зону зайдем. Так, все, я фуловый. Скоро все. Спасибо. Внимание, ожидается новое смещение. Следуйте в безопасную зону. О, да. Теперь хорошо. Че? Внимание всем! Они где-то вот обнаружена внутри, да, крупная сейчас? Нестабильность. Немедленно да. Эвакуируйтесь. Давай слева по зоне пройдем, попробуем, выглянем. Вижу. Да ладно, выжил. Голову ж попал. Понял, вижу, вижу, за вижу, деревом. Вижу. Ох ты, меня нокнул. Одиночка, да? Рез, рез, не рез, знаю, тогда не, быстрее. Не, не, его. У меня какой-то мега-гранат взорвал, блин. Надо бутылки. Ожидается смещение границ. Следуйте в безопасную зону. Откуда? Вижу. 360. Да-да, с контейнеров. Ну, походу, снайперка тут не очень. Почему? Ну, почему? Нормально. Главное, голову стрелять. Не ваншотает. Не, голову нормально. Ну, иногда вот не ваншотнул, но он был в шлеме в каком-то, в каске. Видимо, это третья броня, типа. Слева за этим, направо перешел, он за будет, синим. Он будет резать. Четыре человека, у вас два осталось, как раз таки вот один тот и один, который это, резать будет. Заплевывай туда их этой. Заплевывал, все, у меня чисто. Желтый, за желтым был, за желтым третий, от тебя. Да-да-да, у меня, у меня. Один минус. А где еще тогда? Здесь же двое. Второй, там же. Я минус. Просто... Там он еще поднимать будет. Готово. Нормальный вообще. Бешеный. Двое. Двое. Один ног. Внимание, ожидается смещение границ. Следуйте в безопасную зону. Ног. Двое ног на том. Одного добил. 272 есть, я бы взял. Добил второго. Шайтан хильси. Еще что-то едет. Они едут. Друзья едут, походу. Принимайте ящик снабжения. Броню снял вновь. Одному правому. Правый нокнутый, левый остался. А, он левый за деревом сидит. Правый добью, чтобы не подсказывал. Ага, хорошо. Мне бы пятерок вот немножечко еще. Пятерки. Я тебе говорю. Пятерок нет. У меня сверху, ребят, на вашем холме. Бегу, бегу, бегу. Да хрена их там. Да хрена? Для меня двое это уже много. Вижу. Сейчас напугаю их дымом. Одного нокнул. Хорошо.
Да, второй у меня. У меня, блин, у меня. Где дым? Нок. Добил. Да, по мне работает инкод с твоей стороны. Ух! Уехал. Я стреляю по нему, шайтан. Готов. Он где дымы? Он минус, он минус. Да-да-да, тут прям. Ой, по мне. А, с 30. На крыше одного из зданий, ребят. Наверху. Одного нокнул. Мэтт, видишь, да, наверху на крыше? Да, дал ему, он ушел. Я тоже ему немножко. Шайтан, у меня убил здесь человека? У меня в упор. Второй нок. Я не понимаю, здесь баллистики пули вообще. Она здесь очень жесткая. 67, 79, ребят. Ожидается новое смещение. Следуйте в указанную зону. Он прям сверху там, да, где-то? Да, 79 это от нас. Под деревом вижу. Ой, вижу, да. Но нас тоже видит. Минус. Походу, но не того, ты нокнул, там слева на камнях, Мэтт. Не вижу. От дерева слева камни, через дорогу. Блин, я ему столько уже напихал туда, блин. Ну, пофиг. Ребят, смотрите, зона уже маленькая, а тут до хрена людей. Да, это он стреляет. Да блин. Живите. О, есть. Красавцы, минус 2. А, сразу убили, умерли? Да, да. Аня убила его. Убила его. Ребят, подойдете к нам? Внимание, всем доставлен ящик снабжения. Броня у него минус. Отлично. Ок. К ним подходит за слева. Там, за деревом. Готов. Зона проходит. Ждите, сейчас еще могут подойти оттуда. Они уже... Один из них ползал, по-моему. Да, бежит. Двое. 69, 70. Ну, ты что-то поставил, слушайте. Хит снайперки ему. Нок, он давал. Нок. А, нет, осторожно, там зону уже. Он закинул. Просто гранат, чувак. Меня чувак зарево. На 300. У дерева. Да, отвали. Там у дороги у вас. Мэтт, над тобой. Еще есть. Минус последний. Да. Я двоих забрал. Остался Ты последний где-то у нас, ребят. Одиночка. На 300 вы его там убили, да? Да. Да. Окей. Ну последний мой. У меня для него есть сюрприз. Пойте, вижу его. Он на тебя прям бежит. Они его кошмарят. Блин, не попал. Ладно, убивайте. Хотел у него топор метнуть. Да ничего не знаю. Тут непонятно, видишь. Ну походу. Хера тут просто стоял в углу тебя. Шёлка ты нахрен. Я вот не пойму, но тебе нужна колючая проволока. Ну вот я ее поставил и... Какое-нибудь узкое место, например, ты в здании сидишь, вдруг кинул. И все? Великолепен. Ну, почему нет? У нас пехота 320. Спускается к нам с горы. По мне работают, меня сняли. Я минус. С горы. Да. Меня еще можно резнуть. Можно, да. Можно. Ай. Бегу. Ай, не нельзя. Добили, да? Паля. Давал ему. Нок один. За деревом тусуется. Угу. Блин, я докину ту гранатку, интересно. Да. Давай, гранатку, давай. Он очень каленый. Должно задеть тогда его. Он наверх ушел. Нокнуло. Блин, я скатываюсь по этой горочке вниз. За деревом. Все, минус все. Фу, пятерки нужны. Дротик. Ага. Это выбросить. Холма. Да, вижу. Там мужик тоже четверых. Дрол? Да. Ой, там сверху. Скорее, вижу. Да перелезь ты там.
Убиваешься? О, вертушка! Это за нами, хочешь сказать? Да. Совершены ошибки. У них, видишь, такая причина смерти? Совершены ошибки. А я думал, это я их убил. Кол. Ребята полетали, блин. Жив там, нормально. Ай-яй-яй. Лечись. Аптеки у тебя надо? Сзади. 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 Могу, не могу. Закрыв. Двое ног. Видел этого человека-паука, да, Шейтон? Видел, видел. Ну всё. Минус. Пятерки надо. Все? Тихо, слева, слева. Угу. Да-да-да, правильно. Где-то здесь. Где-то здесь, не знаю. У Шайтана. Внимание, ожидается смещение границ. Следуйте в безопасную зону. Он слепой сейчас. Давите его. Мэтт, давай-давай-давай. За домик. Дал туда еще. Осторожно, Мэтт, отойди. Я слепой? Бля, он тоже. Минус. Красиво. Пятерки, ребятишки.